По Владаре из-за коммунальной аварии перекрыли движение на нескольких улицах. Причина – авария на водопроводной сети. Сегодня ночью из колодца прорвало воду, и ЧП затронуло жилые дома. Без воды остались примерно 37 домов. И до сих пор аварийная бригада устраняет проблему. Последствия пока устанавливаются. Сабина Архимбай, наш корреспондент, расскажет об этом подробно. Сегодня ночью водой затопило всю улицу Катаева. Больше всех пострадал вот этот дом, который находится в низине. Стояла на улице час, не могла домой зайти. Я даже стояла, плакала, потому что я промочила ноги и стою на бордюрах. И не могу зайти. Потом начали выходить люди, вот, кто помог мне зайти. Кое-как зашла с намоченными ногами. На сутки на работе. Сегодня вот он только пришел с работы. Вот так вот смотрю, вот все. И над домом прошел домой. И то ботинки намочил. Здесь пострадали два подъезда, подвалы были залиты водой. В результате ЧП аварийным службам пришлось отключить подачу в 18 многоэтажках. Стоит отметить, что работы по устранению затопления ведутся до сих пор. Прямо сейчас мы находимся на месте происшествия. Сегодня ночью здесь из колодца хлынула вода. Специалисты утверждают, что здесь сломалась затворная арматура. И чтобы ее заменить, прямо сейчас аварийная бригада полностью вскрывает асфальт. По официальным данным, водопроводная труба не меняла здесь более 20 лет. Специалисты уточнили, что порыв произошел на центральном водопроводе по адресу Катаева, 16. Для жителей пострадавших многоэтажек будет организован подвоз питьевой воды. Произошло снижение параметров на 18 домах. То есть это до третьего этажа вода есть, а выше уже не хватает давления. Но сейчас идут переключения, вот буквально в эти минуты, значит, где-то переключатся, где-то будет 4 дома без воды, остальные будут нормальные параметры. Аварийные службы уверяют, что проблемы устранят только к утру. По их словам, работы здесь много. Необходимо вскрыть камеру и поменять затвор. На данный момент участок отключили от магистральной сети. Обнаружили, что там затвор диаметром 500 оборвало пляниц. Причина – это разница температуры. У нас такие случаи бывают. На данный момент отключили, было 37 домов. Сейчас уже запускаем, где-то останется 5-6 домов. В связи с происшествием временно перекрыли движение автомобильного транспорта на трех улицах города. Параллельно специалисты проводят уборку снега. Сабина Рахимбай, Самат Успанов, Женис Тимербулат из Павлодара, Хабар 24.